Распространение коронавируса по всему миру, особенно в начале пандемии, представляло серьезную угрозу для здоровья и жизни человека, сбивая с толку многие страны. Несмотря на введение карантинных правил во время пандемии, чтобы остановить движение всего делового сообщества с целью предотвращения роста заболеваемости инфекции, волна коронавируса не привела к существенному снижению предпринимательской активности в целом по экономике Самаркандской области, в частности, Пастдарганского района. До конца текущего года в регионе будет произведено промышленные продукты на 670 миллиардов сумов. Это на 205 миллиардов сумов больше, чем в прошлом году. В последние годы малый бизнес и частное предпринимательство стали важным фактором развития экономики, занятости и доходов, как экономическое направление, основанное на инновационных и современных подходах, передовых технологиях и методах управления. За счет реализации около 120 проектов, намеченных на 2019-2020 годы, удалось увеличить экспортный потенциал Пастдарганского района. Численность предприятий-экспортеров увеличилась на 5 единиц. Расширилась и география экспорта в районе. Количество стран-экспортеров увеличилось с 16 до 24, а ассортимент экспортируемой продукции увеличился с 43 до 57. Что касается реализации программ, то в этом году на 43 проекта выделено 293 миллиарда сумов, создано 634 новых рабочих места. В бюджет будут привлечены дополнительные средства в размере 18 миллиардов сумов. В частности, общество с ограниченной ответственностью «Самарканд Камалак Инвесттекстиль» инвестировало свыше 14 миллионов сумм. Молодое предприятие, функционирующее с 2019 года, представляет собой одну из составляющих текстильного кластера по переработке хлопка от сырца до готовых трикотажных изделий. Его годовая мощность составляет 5,5 тысячи тонн пряжи в год. В результате создано более 300 новых рабочих мест. Ежегодно в бюджет привлекается более 5 миллиардов сумм. Ну, у нас работает человек сейчас на сегодняшний день 35 человек. В основном все молодые. Все у нас как бы обучены, специалисты. Мы начали недавно, в прошлом году, в ноябре. У нас как бы новый завод. Вот. Мы у нас тут еще построили. Во время, после карантина мы начали вот дальше построить, чтобы расширяться. Профиля, трубы разные. Для воды обеспечены. Вот профиля для, чтобы поднять что-то. Металлоконструкции, вот такие вещи. Вот. Мы вот в дальнейшем собираемся экспортировать. Сейчас как бы мы это все делаем, внутреннем рынке как бы обеспечиваем, но хотим тоже экспортировать в дальнейшем вот что-то. Кроме вышеуказанного предприятия, на территории свободной экономической зоны Ургу-3 также расположено предприятие «Маракан Кабель Инвест», специализирующееся на производстве кабельной продукции, светодиодных ламп и цемента. В день на месте изготавливается около 2000 энергосберегающих лампочек. До конца текущего года планируется экспортировать в Афганистан цемент на сумму в размере 2 миллионов сумм. Всего задействовано более 100 рабочих. Развитие социально-экономической жизни Пастдарганского района было представлено в ходе пресс-тура с участием журналистов, работников печатных изданий и веб-сайтов. Представители СМИ, ознакомившись с рядом промышленных предприятий, побывали также в Махалле-Гузалкент, где по инициативе хакима района достраиваются дома для 44 малообеспеченных семей. Каждый дом планируется передать владельцам в полностью оборудованном состоянии системой отопления и питьевой водой до 15 декабря.